Ребятки, всем привет! Это Dungeon Warfare 2. Проклятые шахты и есть квадрат. Ранг 5, а здесь тоже. На карте находится схрон. Ну погнали, уничтожим этот схрон. Руны я не буду брать прям, потому что с рунами это все затягивается прям конкретно. Не очень прикольно, я бы хотел сказать. Бывает. Особенно с этими летучими, блин. Схрон. Вот он, схрон. Ну что ж. Так. Заморозка хорошая. Катапульта мне вообще что-то не нравится. Хотя, в принципе, давай посмотрим. Здесь-то мы ничего даже не можем сделать, да? Здесь хорошо эти пойдут. Гарпуны. А здесь тоже катапульта не пойдет. Здесь толкатели хорошо. Не, ну почему? Катапульты тоже можем здесь попробовать. Давай оставим катапульту. Катапульту оставим. Пушки, замедлялка, заморозка. Блин, на самом деле я здесь все использую. И ящики тоже использую. Дротики, шипы вот эти я, в принципе, в последнее время что-то не использую. Давай их уберем. Хотя они, в принципе, хорошие. Мне не очень нравятся. Так, вот это вот. Так, еще у нас тут есть кое-что. Ладно, пофиг, пошли. Так, вот это вот убираем только. Дротики мы ставим. Так, дротики вот они. Окей. Схрон. Так, мы продолжаем. Так, много входов здесь. Так. Ну что ж. В принципе, все не так уж и плохо. Так. Да. И здесь уже стоит эта штука, которая бесит меня постоянно. Давай ее убьем сразу, чтобы она убивалась. Так. Кто хоть здесь есть? Рыцари, дворяне, рудоколы. Блин, рудоколы еще эти. Капец. Хрон у меня будет убиваться, это нормально. Мне, в принципе, на них всех пофигу. Только вот зачем я вот с этой стороны поставил, когда я могу спокойно вот с этой стороны поставить. Так, ладно. Давай мы сделаем вот так. Опс. Не туда? А, здесь нельзя, да? Ну ладно. Давай вот так. Так, ну это не самая, конечно, топовая штука. Самая топовая штука это вот эта, которая постоянно спасает жизни. Клейкую слизь, липкую. Только нам еще эти надо. Полить шарики всякие. Так, ну что ж.
Спаслись. Пристающую слизь. Ну, погнали, короче, давай попробуем. Капец. Не, ну за 3 этих минуты мы успеем. Так, хорошо, его поймали. Летуны здесь будут или нет? Пока нету. Ну хорошо. На всякий случай, как говорится. А, они решили схитрить. Ладно. Пошли в баню. Да ёпарасоте. Капец. Ну, понятное дело, потому что... О, расходуем ловушку нашли. Потому что надо было вот здесь сделать. Ёпарасоте. Офигеть. И здесь разбомбили. Ну, значит, вот здесь. Здесь одну и там другую. Ну, капец, ну так нечестно. Все, задолбали. Идите по основному пути. А-а-а. Там же тоже сделали, да? Правильно бы сразу сделал, не было бы никаких проблем. Давайте теперь топайте по основному пути. Все у нас записывается. Да, все записывается, все хорошо.
А, вон там еще ход. Да, одни рудокопы. Чё, давай повеселее немножко. Пару волн. Хорош. Рыцари и латники. О, здесь их уже много, намного больше. Ну да, в принципе, нормально. Да не, давай все волны сразу вызовем, что это за фигня какая-то. Хотя их тут прилично стало много. Ну ладно, ничего страшного. Не, вот это легкая миссия. Тотем проклятия. Посмотрим, что это такое. Паук.